Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий и вот этот милый дедушка в игрушке Old Man's Journey. Путешествие старичка. Какие-то серьезные обстоятельства заставили этого дедушку уже преклонного возраста отправиться, не знаю, ну в долгое, очень долгое и дальнее путешествие. Пришло ему письмо. И он, недолго думая, быстро взял свой рюкзак и отправился в путь. А мы должны ему помочь в его нелегком пути. Изменяя ландшафт, как бы рисуя заново новую картину, мы прокладываем ему дорогу, чтобы ему ничего не мешало. Но не всегда это хорошо получается. Так, а что нам сейчас делать? Может быть, поднять эту гору? Ой-ой-ой. Вот, дедуль, вот. Смотри-ка, я нашел тебе новый путь. Так. Меня прям пугает эта многоуровневая картина. Забор кирпичный, который мы не можем преодолеть. Это надо выстроить, наверное, эти горы. Вот так, может быть. Может быть. Вот так. А вот это надо опустить немного. Вот, смотри, дедуль. Несложно все. Сейчас мы с тобой доберемся. Не знаю, правда, куда. Не знаю, правда, зачем. Но мы должны добраться. Так, это что-то новое. На горе какая-то разрушенная башенка, какие-то бочки или что-то такое. Может, нам на них предстоит переплыть? Да нет, взаимодействовать я с ней не могу, что же делать? О, смотри, она сейчас, кажется, покатится. О, ничего себе! Какие мы с тобой разрушители. И что? А, наверное, нужно как-то подняться на эту башню. Как бы нас эта бочка не придавила с тобой. Ну да, все получилось. Но если ты там задумал укрыться от непогоды, то я не знаю. По-моему, тут ни крыши, ни дверей, ни стен уже не осталось. А нет, он все равно присаживается. Ну, хоть какое-нибудь небольшое укрытие. И что, чем тебе помочь? Куда нажать? А, надо было на флаг. Гроза, молния. А, ну видно, очевидно, он вспоминает какой-то... Буря в доме, какой-то скандал. Жена за что-то его там упрекает, ругает. А он, наверное, думает о каких-то путешествиях, странствиях. Да, но я уже понял, что его не пугают дальние дороги. И что-то у меня такие подозрения, что он все-таки, наверное, решился и отправился в какое-нибудь дальнее плавание. Семья осталась, наверное, одна дома. Жена не выдержала всего этого и, наверное, ушла. Может быть. А может быть, было все и хорошо. Так, вот снова эта бочка.
Ну, это не простая бочка, это такая серьезная какая-то, наверное, тяжелая бочка, которая разбивает стены. Надо как-то, наверное, придумать и разбить вот эту стену. Нет, дедуль, давай-ка на эту зеленую полянку. Чего ты не хочешь-то? Что-то не так? Вот, смотри. А эту бочку мы попробуем как-то... Вот. Уже что-то. А сейчас мы, наверное, с тобой на эту заберемся, да? А эту подымем. Здесь опустим, там поднимем. И разобьем эту стену. И что? Нам куда? Ну да, похоже сюда. Вот так. Так когда же эта буря закончится? Хотя дедульки все нипочем. Вот это да, вот это да. Ну давай как-нибудь так. Трудности нас не пугают. Мы будем бороться с трудностями. Что делаем? Как бы эта бочка не укатилась, да? Может, оп! Вовремя поднять. И что теперь? Так. Так. Может, так? Ну что-то мне кажется, ты так не пройдешь. Ну да. Прям в тучу зашел. Надо вот, наверное, вот эту гору опустить, и тогда... Тогда мы сможем спуститься вниз, и я думаю, как обычно, ты там прыгаешь в этих водопадах. Ну, для моряка вода это просто... Родная стихия. О, вот так вот. Можешь даже еще ниже. Смотри, тут какая поляна красивая. Так, не время сидеть. Нас ждут важные дела. Отправляемся в путь. Так, нам нужно как-то разбить. А что нам нужно разбить? Вот этот забор. Мы его разбили с тобой. Так, или не так, это не поднимается штука, а это, может так, и что потом, я не знаю, я не знаю, что делать, иду. Как быть? Это не поднимается, это не опускается. Может, как-нибудь ты сюда зайдешь? А я это подниму, да? И что это мне даст? А, вот, смотри. Ну, катись, бочка. А она не хочет катиться. Постой, постой, постой. Надо как-то ее сюда переправить. Ну, бочка, давай катись. Она и назад не хочет катиться. Что у нас мельница? А мельница ничего, просто крутится и все. Ну, что же делать будем мы с тобой? Так, тоже что-то. Может, еще раз
и поднять вот так вот. Тебе нужен разгон. Вот. И есть. Разрушители заборов. Ты, наверное, захочешь сейчас спрятаться от дождя в этой лестнице или нет? Или пойдем все-таки дальше? А, нет, захотел остановиться. Ну, давай посидим, подумаем. Разведем костер. Ну, чего ты совсем уж приуныл, дедуль? Все будет хорошо. Угу, да, вот наш дедушка все-таки. Зов путешественника и дальних странствий взял над просьбами, наверное, и мольбой жены, и он отправился в путь. Тяга к странствиям все-таки победила. Семейный уют. Ну а в то же время, если бы не было таких людей, как кто бы открыл там, не знаю, Америку и все другие там страны? Куда ты пошел? Без меня взял, куда ты пошел? Дуля, ты там не задерживайся, прогружайся давай. О, снова любимые барашки. Так. Ну, похоже, нам нужно на этот мост. А ну-ка, постой. Сейчас мы баранов этих разгоним. Ага, а эти не хотят уходить. Вот уж бараны. Так, смотри-ка. А если так? Да наверх идите. Ну что же вы такие бестолковые, а? Блин, они за мной идут. А, нет, давай-ка вот так сделаем. Мы сейчас перейдем на эту сторону. Да? Этих баранов сейчас прогоним. И на мосток. Дедуль, ты специально сюда шел? Я так чувствую, мы сейчас отправимся с тобой в полет. Может быть. Если разберемся с очередными баранами. А вы как-нибудь подальше не можете, а? Ну что же. А, нет. Назад. Так. Вот когда. Так, ну не знаю. Как-то нужно подняться наверх. Может, они дальше пройдут? Нет. Не хотят упертые бараны ничего делать. Ладно, возвращаемся назад.
Нет, ну давайте к этим же баранам, а? Черт, какая мне с этого польза? Одних туда, но все осталось так же. Гоняем баранов туда-сюда. Верхней горой ничего не получается сделать. Нужно что-то здесь придумать. Так, ну ладно, этих мы баранов перегоняем. Зайти сюда на эту горку, вот к этим вот ближним баранам, я могу же? Могу. Дальше я этих перегоняю назад. Это опускаю. Этих баранов гоню туда. Так. Потом этих баранов загоняю на эту гору. Этих туда. Фух, ну вроде бы получилось. Ну уже старенький, возраст не тот. Быстренько мы все это не разбираемся в этих головоломках. Черт побери. Гала-гала-гала. Я уже как баражек разговариваю. Давай, дедуль, садись на этот летающий аппарат и полетим с тобой. Да, нас ждут. Что, старикам везде почет? Садись, дедулька, прокачу. Так, а взлетать мы думаем или нет? Вот это да. Что дедулька снова призадумался. Почему бы не отправиться в путь, не знаю, со своей семьей, взял бы там жену, ребенка и вперед в плавание. Нет, он поплыл сам, наверное, просто переживал за ихнюю судьбу. Ну, а тем временем мы, наверное, куда-то уже добрались. Да, какая-то новая местность, но бараны, я вижу, все те же. Все, спасибо, дружище. Так, барашки, давайте сюда. Ох ты, черт. Там еще бараны.
Нет, вам сюда нельзя. Если я упаду вниз, то я окажусь между двумя баранами этими. Что мне потом делать-то? Или будем думать уже, когда это сделаем? Так. И что мы теперь с тобой будем делать, дедулька? Бараны купаться не хотят. Вот, молодцы какие. Блин, а что же дальше? Так, ну я могу вернуться назад. Нет, нет, нет. Назад нельзя. Ну давай-ка сюда пойдем. Ну этих баранов... Черт. Да, вот они могут сюда забраться. Но эти же не уйдут никуда. Они будут стоять. И все, я больше ничего... Блин, новая задача. Барашки, я вас просто начинаю лютой ненавистью ненавидеть. Так, ну они пойдут назад. Нет, этого никакой пользы нет. Как мне через них пройти? Мне надо, чтобы эти бараны верхние ушли. Да идите куда-нибудь наверх. Больше ничего двигать не могу. Полетели, сынок, назад, наверное. Ты можешь меня отправить? Ай, переправить через этих баранов. А, смотри, черт, а ну-ка назад. А ну-ка давай, 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 быстрее обгоняйте. Мы вообще разделили это стадо. Так, вот сейчас эти барашки зайдут наверх. Давайте, 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 давайте. Они же должны зайти наверх. Да, этих сейчас мы сюда загоним. И потом это... Как-то не знаю, случайно у меня получилось.
Так. Наверное, вниз. И вот возникли очередные трудности. Ну а какое путешествие без трудностей? Чё будем делать, какие предложения, дедуль? Это не поднимается. Наверх мы уже забраться с тобой не сможем. Может, просто пройти налево, ну все. Да нет. Не все так просто. Может. Нет, не может. Ниже это не опускается. Хотя, давай посмотрим, может они... Вот, смотри, мы можем вернуться назад. Да, наверное, что-то мы с тобой неправильно сделали. Вот сейчас мы заберемся сюда. И что это нам даст? А, вот на эти камни, да? Опустим, пройдем сюда и свалимся, наверное, вот с этого водопада. Вот как. Так, 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 так. Что дальше, дедуль? Давай-ка на эту зеленую полянку. Это мы двигать не можем. Красную эту землю. Черт. Может. Или так. Может, вот так вот. А ну-ка давай попробуем. Нет, 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 не иди туда. Ну зачем? Нам надо. Сейчас, дедуль, что-нибудь придумаем, не переживай. Так, сюда. Становимся на камень. И вот так вот, наверное, делаем. Сюда. Ну и что, в это болото к лягушкам? Может быть, не знаю. Как бы не разбиться. Плюх в воду с головой. Но дедулька же старый моряк. Слушай, я за тебя что-то переживаю. Там все нормально с тобой? Мне кажется, он что-то там... Серьезно, что ли? А, смотри, это он плавает где-то, плавает. Уже постарел, да? Достал фотографию, все, мечтает. А, ну не то чтобы мечтает, а думает о своей семье, жене. Плачет даже. Дедуль, ну ты сделал свой выбор, что ты хотел? Я вот даже не знаю, как мы сейчас с этого дна морского выберемся. А то на этом, наверное, наше путешествие и закончится с тобой. Серьезно, что ли? Мы что, идем по морскому дну? Но это как-то уже не вяжется немножко.
Так, ну давай, давай, посмотрим. Куда же нас заведет все это путешествие? Но мне кажется, это все-таки нереальность. Пройти. Что делать? А что делать? Так все было просто. Иди, иди. Куда же мне идти? Надо было просто на кораблик нажать, и он провалился куда-то. Так. Нет. Нет, так мы не сможем. А ну-ка, давай назад. Нет. Чуть не получается. Что ж не так? Короче, гуляем мы с дедулей по морскому дну. Так, ну так них ты не хочешь. А ну-ка давай вот так. Вот так должно получиться, да? Ну да. Немного по-другому надо было раздвинуть. Ну все. Мне кажется, мы окажемся в больнице или я не знаю где после всего этого. Так, ага, вот какие-то еще открываются у нас. Запутали, а? Сюда. Что потом-то?
научиться. Так, это уже кое-что, наверное. Так, а ну давай сюда. И где ты? А, это еще не все. Чего-то вообще как-то все странно. Ну, боже мой. Как все запутано. Сюда. Может, куда-нибудь сюда? Кажется, нужно дойти до этого водопада. Как-то. Эть. Так мы не можем. Так не можем. Может быть, вот так. Может, как-то так. Это нам даст. Какая-то, не знаю, что это такое. Замок, клетка. Чудеса какие. Наверное, вход в морское царство. А вот он вернулся из своего дальнего путешествия, а дом уже, наверное, продается, полуразрушен. Ну а как же, нет же мужских рук. А что с семьей, я даже не знаю. А на самом деле наш дедушка выбрался, это просто были у него темные мысли. Продрог, разжег костер, согрелся. Давай-ка, дедуль, пора подниматься. Так, что тут? Вверх, вниз. Так, даже не знаю, что делать. Ну давай как-нибудь так начнем. Ох ты, нас совсем не видно с тобой. Может быть... Нет, наверное, что-то не так.
А, может быть, постепенно мы будем поднимать высоту, да, и поднимемся вверх. Наверное, как-то так будет. Лишь бы барашек не было. Ну что, дедуль, продолжаем. Так. Если так, это вниз не опустится. И это вниз не опустится. А с нами это не поднимется. Так. А ну-ка, отойди немного в сторонку, дедулька, подвинься. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Смотри-ка. Ну, вдалеке какой-то городок прям. Я надеюсь, может мы... Стоп. Рано. Я, конечно, пошел. А может быть и не рано. Я думаю, таким же способом мы, наверное, поднимемся выше. Еще, дедулька, немножко, извини за беспокойство, но... Остановка. Давай посидим, подождем. Что у них тут за транспорт ходит? Поезд или автобус? О, дружок, ты не подкинешь меня? Спасибо, дорогой сыночек. Сейчас. Лучше бы ты, конечно, назад подсдал, но заставляешь старика. Хотя я столько уже прошел, мне... Кузов? Ну ты даешь. Поехали. Ты там сильно не тряси. А, мне нужно что-то еще нажимать. Что-то. Оп. Что творится-то? Постоянно мне кликать надо на машинку, указывать. Поехали, дедуля. Так, сейчас мы дороги здесь наладим. Похоже, как-то так. Ой, надо не забывать нажимать. Вот так, молодец. Я, в принципе, разобрался немного с управлением. Дальше, я думаю, будет полегче. Так, и что же теперь? Нет, нам куда-то сюда. Как так? А, может быть, забраться наверх? Да? Потом... Чё потом? Или совсем уже наверх забраться? Ну, у вас здесь и дороги. Блин, а что же делать? Чёрт! Давай-ка едем назад. Нет. Так, что мы можем делать? Мы можем опускать
Ах, вот как надо было сделать. Вот. А теперь можно ехать. Не, ну на машине уже, конечно, полегче. Что там говорить? Не ногами же своими идти. Ну вот. Так или не так? Вот. Как-то так, наверное, да? И вот если это опустится, будет... Ага. Опустится она. Что же делать? Так. Это так. Ну ладно, давай заедем, посмотрим. Может быть, вниз спуститься стоит? Хотя, если я нахожусь на... Да, она не поднимается. Это не опускается, это не поднимается. А, смотри-ка, мост можно опустить. Заехать на него, да, потом это все разложить, ну и все, и едем дальше, дедуль, по серпантинам. Сынок, ты там поаккуратнее, не тряси меня сильно. Какой внимательный водитель. Глаз не сводит с дороги. Нет, чтоб старика посадить рядом с собой. Что у него там за машина такая? Неужели нету пассажирского сиденья? Да ты когда-нибудь приедешь, а? Что за долгая дорога? Я на корабле быстрее переплывал моря, чем я на машине приеду. Ну а чё жаловаться? Не ногами же своими идти. Все ж на машине приятней. Не, ну реально долго. Эй, сынок, далеко там до города, а? Когда мы уже приедем? Едем и едем. Может, а что-нибудь надо кликнуть, а? Я тут сижу, бездельничаю. А вот, смотри. И построил старик дом у Синего моря, да, и стал он жить один. Ну, куда-то приехали, слава богу. Выгрузили меня. И сказали, давай, старый. Так, хорошо, что мы уже в городе. Но в городе ничуть не легче, чем в горах. Так. Надо сразу выстроить себе путь. Так, смотри-ка, и дворник открылся.
Ясно. Что? Ой. Да нет, все нормально. Может, это тот самый дом, куда мы и шли? Да не знаю, он опять присел на скамейку. Может, ну да, 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 давай постучим. Кто-то открыл. А рюкзак, дедуль? Да, похоже, мы пришли на то место, которое нам надо. Палку в сторону. Ах, вот она где любимая, а это, похоже, наша дочурка. Похоже, дни сочтены уже. Да не то, что сочтены, а уже закончились. Но все-таки дедушка, по-моему, успел, да? Куда же они все исчезли? Ну, то есть, наверное, и был этот смысл этого письма. Наверное, дочка отправила отцу, чтобы он пришел проститься с мамой, да, со своей женой. И дочь говорит, наверное, что я никогда не забывала о тебе, папа. Я помню все наши игры. Такое вот грустное, наверное, окончание этой истории. А вот и наш дедуля. Все-таки, наверное, горе объединило его с дочкой, внук. Ну и, наверное, вот такой вот конец. Немножко он, конечно, грустный, но, в принципе, счастливый. А что в жизни не бывает? Бывает всякое. Наверное, смысл этой игры, там, путешествовать — это хорошо, да, но не нужно забывать и о своей семье. Похоже, это финал. Приятная, милая игрушка. Со смыслом, конечно. Спасибо, что смотрели меня. Пока-пока. И до новых встреч. Thank you.